В молодежном центре прошло собрание, посвященное предстоящему открытию фиджитал-центра в Сарове. Будущий фиджитал-центр будет находиться на месте спортивного клуба «Горизонт». Фиджитал – это развивающееся направление, которое сочетает в себе как компьютерный спорт, так и обычный. В принципе, перспективное направление, которое поможет как раз-таки соединить людей, которые играют, и людей, которые занимаются обычным спортом. Таких центров в России немного. Вот, это будет один из наиболее прогрессирующих центров, который как раз-таки поможет развиваться региону и в целом городу за счет как раз-таки соревнований, которые будут, возможно, проходить в городе. Стратегическая сессия на грани цифры и реальности «Векторы развития» собрала людей, у которых есть идеи по улучшению молодежного пространства Сарова. Сегодня молодежь Сарова – это активные участники не только жизни города, но и региона в целом. Ребята занимаются волонтерской и проектной работой, прославляют город успехами в спорте, науке и творчестве. Так, 3 года назад был создан молодежный центр «Высота». Также в городе был открыт военно-патриотический центр воспитания «Авангард». Саров – город смелых, дерзких решений. И вот сейчас действительно появилась такая хорошая возможность от государства оформлять молодежные инициативы вплоть до реализации проектов. Можно миновать все эти этапы согласования, можно миновать вот все ненужные бюрократические препоны. Ребятам представили проект фиджитал-центра и предложили в ходе дискуссии внести свои идеи. Сам проект – результат участия Сарова в конкурсе программ комплексного развития в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых». Конкурс проводится Росмолодежью по поручению президента России. Саровский проект фиджитал-центра получил более 115 миллионов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт клуба «Горизонт». В заседании участвовали не только молодые саровчане, но и приглашенные гости из Росатома и Законодательного собрания Нижегородской области. Вы соедините и такую спортивную составляющую, и интеллектуальную, и досуговую составляющую. То есть можно будет и спокойно провести время, и подвижно провести время. Плюс у этого проекта есть такая изюминка, то есть вы берете старое здание, которое уже, ну, я так поняла, не используется, и вдыхаете в него новую жизнь. И кому как не вам, молодым, вдохнуть в него жизнь, потому что здание не должно пустовать, оно должно жить, молодость – это жизнь. Ранее на месте будущего фиджитал-центра находились городская станция техобслуживания и городской клуб спортивно-технического творчества. По мнению архитекторов Марии Зиминой и Алексея Меркушева, территория проектирования находится в уникальном месте, ровно по центру между Саровским монастырем и 21-й площадкой. Архитекторы проанализировали эти смыслы и переложили их на функциональные, планировочные и визуально-архитектурные решения, чтобы не просто провести ремонт здания, а создать целый бренд «Горизонт». В фиджитал-центре планируют создать многофункциональное событийное и досуговое пространство, многофункциональное диджитал-пространство, а также спортивное пространство. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».